Мои дорогие, привет-привет! Я сейчас иду к зубному. Скоро я в растрёпанных чувствах, наелась, напилась. В общем, пришло мое время сделать зубы, или видео можно назвать «Сколько стоит сделать зубы в Швеции?». Зубы у меня, в общем, разваливаются, и врачи сказали несколько лет назад и в России, и в Швеции, что надо, в общем, делать все. И здесь надо делать, и здесь. Но у меня был печальный опыт с коронкой в России. Я была коронка. Потом она обвалилась. Мне сделали еще коронку. И она опять обвалилась. И под третьей коронкой у меня образовалась киста. То есть на одном месте, на месте одного зуба у меня было три коронки. Образовалась киста, и потом врач это все дело удалял с коронкой, и все это было очень больно, и я ходила каждый день к зубному, и меня кололи, вот где зуб, короче говоря, кололи, кололи, кололи ежедневно, и так кололи, что у меня уже болела голова очень сильно. В общем, была на консультации в России по весне, по этой весне, в мае. И врач мне насчитал в России, ну, около 500 тысяч рублей. И сказал, что это займет около полугода делать и тут вверх и вниз. И здесь мне насчитали немногим более. Плюс врач в России мне сказал, что здесь у меня, короче, все плохо. Надо, в общем, вырывать там воспаление внутри и ставить импланты. А до этого я еще ходила на консультацию тоже в России до пандемии, и врач мне сказал, что мне импланты ну никак ставить нельзя, потому что нету места для имплантов. И много лет назад мы были в Польше у врача, тоже консультация была бесплатная. Он тоже сказал, что нету места для имплантов, и импланты там невозможно ставить. Здесь моя женщина-врач сказала, что отправила меня сейчас специалист, вот он посмотрит, вырывать эти передние зубы вот тут вот по бокам или не вырывать. В общем, конечно же, вырывать это все страшно, и я не знаю, решились бы вы на это, когда у вас зубы не болят, так внешне не болят, но там, в общем, показывает небольшое воспаление на снимке. В общем, я не знаю, у меня половина живых зубов еще есть, но поскольку они вот разрушаются, и там пломбы, да, много где стоят, а врачи мне настоятельно рекомендуют делать коронки. В общем, такой момент еще есть. Здесь нет частных клиник, которые работают по ночам. Я не знаю, как в мелких российских городах, да, я повторяю, что я никогда не жила в маленьком российском городе. Но вот в больших городах, Новосибирск, Москва и ближайшее Подмосковье, или же дальнее Подмосковье, я знаю, что есть частные клиники, куда можно приехать ночью, если вдруг, не дай бог, что. А здесь по ночам они не работают, только вот в больницу можно ехать. И там, ну, надо ждать врача, потому что, естественно, это же больница не по зубам. Ну, не специализируется, я имела в виду, на зубах. Только на зубах. И поэтому, если вдруг что такое случается, то надо ждать утра, надо ждать своего врача. И то не факт, что ты получишь, допустим, ну, время сразу же, что у твоего врача будет время сразу. Но я знаю, что в России некоторые люди, которые живут в глубинках, они тоже сколько-то там должны ехать до врача, и для них тоже это так все не просто и не быстро. Но в моем случае, если что-то вдруг случалось с зубом, то это всегда было быстро, потому что по острой боли у нас принимает врач, ну, всегда. И ты даже можешь пойти за бесплатно по острой боли. Но здесь немножечко другая система. Здесь надо всегда подождать. Ну, по крайней мере, я не знаю, чтобы можно было, допустим, через час уже получить помощь, через два. Я такого не знаю. У моего мужа, когда болели зубы сильно много лет назад, разболелся в пятницу зуб, и он ждал своего врача до понедельника.
другой врач его, ну, не мог принять, его и не работали врачи по субботам частные клиники, да еще и лето. Вот я это к чему вам рассказываю, как клиники работают? Я рассказываю к тому, что я очень боюсь делать зубы. Муж мой обещал взять кредит на мои зубы, но я очень боюсь, потому что если вдруг что, а мне придется ждать. И как это зубы вырывать, знаете, это всегда очень больно, всегда очень, очень после процесс болезненный. В общем, врач мне насчитала тоже здесь где-то около 500 тысяч и сказала, что если вот эти зубы трогать не надо, то будет дешевле. И вот он, врач, посмотрит, вот сейчас я иду к специалисту, он посмотрит, какие зубы надо трогать, какие зубы не надо трогать. А если полностью делать верх и низ, то около 500. И тут дает государство хорошую скидку на зубы. То есть здесь, я не помню, какой процент, но ты не все полностью платишь на зубы. Потом вот меня спрашивали, да, гарантия на пломбы. Я вот не знаю насчет гарантии на зубы, я не знаю. Но гарантии на пломбы у нас здесь, я так поняла, не гарантии, пардон, страховки. Вот-вот, страховки у нас на зубы нету, да. Гарантия, если с чеком приходишь, то доктор тебе может переделать. А страховки никогда не слышала про страховку на зубы. Может быть, она, конечно, существует, но лично я про нее не слышала, и я у мужа спрашивала про страховку на зубы. И он сказал, что он такое не слышал. То есть, если кто-нибудь знает про страховку Швеции на зубы, то, пожалуйста, скажите, если у нас, я знаю, что некоторые люди из Швеции меня тоже смотрят, да, и если вы, мои друзья, знаете про страховку, то, пожалуйста, я повторяю, да, еще раз, ответьте мне, да. В общем, я нервую, как говорят поляки, нервую, потому что все это страшно. И я тянула до последнего момента. А вот сейчас у меня уже последний момент, как они мне сказали, что, допустим, уже через несколько месяцев все это будет стоить дороже, мои зубы. И виниры, кстати, виниры хотела поставить одно время виниры еще в России, но мне отказали доктора, у которых я была. Я была не у одного доктора. Поскольку неправильный прикус, то они все обобьются. А насчет неправильного прикуса, меня мама водила, когда я была маленькая, к ортодонту, и эта женщина так кричала, в Новосибирске так кричала, что мы посмели пойти на прием, мы пришли по записи, да, врач ненормальная была, и, в общем, я там плакала, мне было 7 лет, она нас выгнала, буквально выгнала, вот, и пошли мы солнцем палимые с этой клиники. Когда мне уже было 14, мы нашли еще одного врача, платного уже ортодонта, и он сказал, что я сделаю все, что я смогу, но многое сделать не могу для тебя, потому что тебе уже не 7 лет, время упущено, и там стяжку, какую он там мог сделать, он сделал. Вот, и потом, конечно, я тоже пыталась во взрослом возрасте сделать чего-то там, но врачи посмотрели и сказали, нет, ну ты что, хотя бы какие бы технологии не были, но не такие, что прям все-все ты можешь исправить. Вот, мои дорогие, я не знаю, как это вообще. Я знаю, что моей подруге в Москве, бывшей, мама платила много-много лет назад полностью за зубы, за импланты дороже, чем они купили новую Тойоту с конвейера. И подруга моя смеялась и говорила, мы отдали за мамины зубы больше, чем за новую машину. Еще девочка у меня знакомая делала зубы в Москве за 600 тысяч рублей, где-то 5-6 лет назад, полностью вверх и вниз, по знакомству она делала. Ну, ей, знаете, ей такой очень хороший цвет подобрали, естественный. Не этот вот белый, который, вот как говорят, унитазный белый, да, а какой-то вот сверху чуть-чуть желтый, а внизу это, ну, уже белое. То есть очень на нее, естественно, зубы смотрятся. В общем, я не знаю, я тут ходила на йогу класс, и там сидела женщина, у нее такие зубы были белые-белые, ясно, песен пень, что это все было сделано. В общем, я не знаю, как быть, как зубы выбирать. Да, это стоит дорого, и муж мой будет брать кредит. Но самая история в том, что мне страшно. Мне страшно
и вырывать, и подготавливаться. И я долго к этому шла, долго себе уговаривала, что вот, ну, там все будет хорошо. Изначально я хотела делать зубы в России у своего врача, но он мне сказал, полгода надо, да, быть на месте. Ну, полгода, да, я живу здесь. Ну, что такое? Ой, сейчас тихо. В общем, я нервируюсь. Не знаю, очень страшно. Я вам скажу, что мне сказал врач. Я так поняла, что он сегодня он только посмотрит, как там, чего. Потом он будет думать, и только потом я получу ответ. А то, что вот я несколько недель назад закрыла передние зубы, просто чуть-чуть на них покрыла, это я заплатила 200 евро. А зуб где-то в России, ой, в России, что я говорю, зуб где-то в Швеции с корнями починить около 400 евро стоит. То есть очень-очень дорого, мои друзья. Надо сказать, что мы зубы всегда делали в России, но вот предпоследний раз были, когда у врача, последний раз ничего не делали, а последний раз, когда у врача были, то цены в России тоже очень сильно подросли на зубы. Поэтому, конечно, лучше иметь хорошие зубы, но не знаю, я вот не знаю, знаете, мне такая мысль посещает, что когда все зубы обвалятся к чертовой матери, да, то можно будет сделать вставную челюсть. Зачем так сильно тратиться? Да более того, мало того, что тратится, так это же еще сколько мучений. Вот я не видела ни одного человека, который прошел бы через это все с малыми потерями. В общем, мои дорогие, пожелайте мне удачи. С вами была Александра, Швеция. До свидания.